сумму Оксанова тоже награды. Мы это сейчас торжественно сделаем, потом поговорим. И теперь интересующим вас вопросом, обвиняемся мнениями. Хочу с вами посоветоваться по поводу культурных событий, которые мы планируем в этом и в будущем. Мы сейчас уже начали разговаривать с директором театра. У нас, напомню, в 23-м году 200-летие Островского. Я думаю, что есть уже идеи на эту тему. Давайте их тоже сегодня обсудим и вместе к какому-то решению придем. Начнем еще раз. Если сам тогда как ведущий выступил, благодарность является Аксеновой Оксане Анатольевне.